Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Помидорка с решетками. Меня зовут Дима, мы продолжаем проходить Snubby Land, The World's Hardest Game, то бишь самую сложную игру в мире. Самую сложную игру в Flash. Флэш-игру в мире. Так, 25 из 30 уровней я прошел. Но остались, походу, самые адовые такие. Ну, по крайней мере, то, что вот творится сейчас на экране, мне совсем... Мне совсем не нравится. Совсем не нравится. У меня бешено пальцы стучат по клавиатуре, чтобы выровнять вот этот квадрат долбанный. Я уверен, что если бы за каждый промах меня бы било током, я бы через года два я бы ее проходил просто за 2 минуты всю игру. Так, тихо. Оп. 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 Блин. Оп. Не успеваю. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Там в углу вообще останавливаться нельзя, потому что эта крутящаяся херня сбивает, поэтому нужно сразу в этот правый коридорчик вбиваться. И я в него не успеваю попасть. Но, по крайней мере... Первый я прохожу теперь на ура. Не успеваю уйти от крутящегося этого момента. Так. Погнал. Ай-яй-яй-яй, вот опять не успел. Давай-давай-давай. Оп, пошел. Поспешил. Опять поспешил. Не доспешил. Переспешил. Перемудрил. Ай. Да давай уже. Ну? Ну, ё-моё, почти. Я понимаю, как пройти вот этот вот, да, участок коротенький. Но я абсолютно не понимаю, как буду проходить вон тот вот длинный. Да ё-моё. Останавливаться надо. Что ж ты? Пошел влево, остановился вправо, повернулся. На, бе-бе-бе-бе. Ай, чуть-чуть не ушел от вентиля этого долбанного. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твой квадрат в кружке шатал. Я тебя на ус мотал. Я твой вентиль
в землю брал. Я твой игра. Нахер кидал. Так. Хорошо. Ну, ё-моё, ну вот опять. Самое глупое моя решение, да, уйти вверх. Сейчас. Оп. Ай-яй-яй. Теперь такое же, только уйти вниз было. Да ё-моё, меня этот круголястый сбивает. Охерел, что ли? Охерел, что ли? Ай, остановиться теперь не могу. Молодец. Кто не мог совладать с собой в этом коридоре долбаном, теперь остановиться не могу. Да ё-моё. Бляха-муха, ну давай. Ну попади уже. Не хочу останавливаться. Ну, походу придется. Блин, ну не могу. И вот ухожу вверх тупо, и все. Что хотите со мной делаете, я ухожу вверх. Эх, кисть уже охеревает. Так, тихонечко. Ну вот опять в этот кружок вдариваюсь. Ну я ведь не смогу уйти от вентиля, если я там буду аккуратничать. Поэтому как-то нужно на скорости туда нырнуть. Ведь стоять на месте там дальше тоже нельзя, потому что эта штука... Она сбивает тебя. Твою мать. Ну ёб твою налево, ну. Давай. Оп, погнал влево, остановился. Оп, погнал влево, остановился. Погнал влево, остановился, вправо, влево. Погнал. Погнал. Да ёпта. Погнал. Влево. Остановился. Вправо. Поехал. Блин, я уверен, что я по этому кругалю уже пройду. Ну, то есть по трубе. Почти уверен в этом на 100%. Лишь бы мне в него попасть. Я не ожидал, но я попал. Сейчас опять вверх. И опять попал, но меня убило. Так, тихо, успокойся. Соберись, тряпка. Пошел. Собрался. Твою мать. Охренеть. Это только 25-й. А что там на 26-м? А что на 27-м? А что на 30-м?
то, что ты... Ну нырни уже ты туда, ё-моё. Ну и вот опять верхний этот сраный круг. А как залетаю туда, я не могу... Я не могу сконцентрироваться. Что ж ты цепляешь-то его? Да ёп... ПРСТ. Фу. Вправо пошел, влево остановился, развернулся. Вот так вот. На ёп... Влево, влево, вправо, вправо, влево, влево. Поп-поп. Самый успешный... Самая успешная попытка до третьего квадрата добрался. Ай-я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 й. Мама мия. Санта-Мария. Но... Повтор попытки. Оп. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. В принципе, что-то уже получается. Это уже знак, по-моему. Что мне нужно выключать игру, если сейчас какой-нибудь будет перебой электричества или еще что-то, я, наверное, заново проходить не буду. У меня не настолько стальные яйца. Так, но это я не с намеком, что я сейчас выключу и потом скажу, что перебой был. Нет. Это я про то электричество, что у меня в голове шарашит. То есть, если сейчас мое серое вещество решит, что ну его нахер, то я, наверное, так и сделаю. Да ёб твою налево, ну давай уже, ну... Влево, влево, вправо, оп, не успел. Ну реально долбанутый псих делал, это вот для кого это... Флэш-игра, это должна быть расслабляющая флэш-игра для офисных... Офисного планктона, все дела, чтобы люди... релаксировали. А тут чисто конкретный взрыв мозга, это, ребят, 50, наверное, сотен тысяч раз хуже, чем мидбой. Это старый мидбой, без лица. Мидбой без лица. Бляха-муха, ну. Либо вот так вот нажимать, либо так. Охереть. Это вот внутри там нужно будет нажимать, либо... Бля. Жалко, посередине нельзя проехать, да? На ёб твою налево, ну... Палец просто... Не палец, а вот рука, кисть... Запястье, наверное, скоро отвалится уже. Как я так сейчас с этим прохожу, не знаю. Так. Хорошо. Ёб твою мать. Ну ведь как успешно-то, а?
Ай-яй-яй-яй. Ну, игра меня совсем не жалеет. Если я так и буду тратить по 20-30 минут на серию, это, наверное, охренеть, что будет. Это, я бы сказал, не самая сложная игра. Это, я бы сказал, самые сложные 5 последних уровней. А мне казалось, что это будет легче, чем вот то, что было до этого. Честно, казалось, вот как-то вот более-менее легко. А оказалось, что просто казалось. Твою мать, ну чтоб тебя кенгуру родили заново. Ты человек подобный хер, который создал эту игру. Снаби Лэнд, ё-моё. Ну, ты у меня как-то запасом, не запасом, а какими-то такими, не знаю, не рывками, а партиями, что ли, получается вот проходить первый, а потом где-то раз 500 тупо ступор. Но... Твою налево. В общем, вправо нужно немножко отходить, ждать, пока она сама вправо подвинется, потом вот таким вот макаром проходить. В принципе, сценарий со сценарием мы разобрались. Прохода первого. А дальше? Подождите, по этому сценарию еще пройтись нужно. Твою мать! Что же меня ждет-то дальше, а? Да ё-моё, ну... Так, подготовиться, что ли? Тупо вот такими движениями нужно уходить, и все. Сейчас все сделаю. Сейчас. Иначе у меня просто отвалится палец. Он уже отваливается. Ай, хрустнул. Давай. Оп, вниз, вправо, влево. Короче, вниз, влево, стоп, направо, влево, повернули. А теперь сдохли. Вниз, влево, стоп, направо, повернули, влево, сдохли. Вниз, влево, стоп, направо, повернули, влево, сдохли. Вниз, влево, повернули, стоп, направо, вниз, повернули. Я просто не поверил уже, что дойду. И зря. Влево. Пошел влево, в стоп, вправо, вниз, повернули. Сдохли. Оп. Ой, жалко, нету тут, как супер мидбои.
показывать сколько попыток. Хотя они все были бы однообразные, конечно. Но если с мясцом, там, с кровижнушкой, как в том же Митбое. То было бы достаточно сочно. Зачем я там так спешу и, блин, подыхаю быстро? Микрофон опять сползает вниз. Что-то с ним не то сегодня. Пошел вниз. Так, вниз, влево, стоп, вправо, поворот. Слишком вверх. Слишком. Оп, влево, вправо, поворот. И я сам умер. Сам, точнее, убил его, потому что вниз нажал. На убивашке прям наткнулся. Так, вправо, вниз, влево, поворот, разворот, круговорот, ёперный огород. Пошел влево, вправо, развернулся. Оп. За что? Вниз, влево, вправо, влево, вниз, вправо. И не успел, ну ёперный карась. Да что ж ты меня косяком-то бьёшь? Давай, оп, не умирай, ну квадратушка, не умирай, квадратушка, квадратушка. Не умирай, давай, будь квадражиком. Пошел, твою мать. Пошел влево, вправо, разворот, влево, вправо. Бляха-муха, влево, вправо, разворот, вправо, влево. Влево, вправо, сдох, вправо, влево. Вправо, влево, разворот, влево, вправо. Ой, ёб твою. Так, пошел вниз. Пошел вниз. Кажется, мне бесконечно уже. Ну за что? Так оп, выходишь, и нужно вот как-то контролировать его движение, что ли. Так вправо, влево, разворот, вниз, вправо. Но не вправо, а вниз. Нужно поконтролировать сначала движение вверх-вниз, а потом уже рваться вперед. А я как-то сразу вперед хочу, и поэтому у меня наискось получается какие-то движения слишком шустрые, резкие. Оп. Да не вправо, уроженец ты квадрат-холла. Ёба. Так. Вниз, влево, стоп, вправо, разворот. Ну как я не успеваю, но всегда же успевал. Вниз, влево, вправо, влево. По центру шмякнулся. За что я сейчас коснулся? За что? Ляха-муха. Ну, я уже верил, я не сомневался, что я сейчас дойду. И хер там. Вот честно, мне вот на первый взгляд казалось, что это одна из самых легких будет карт. Да чтоб тебе... Вниз. Но почему я не успеваю? Тут, понимаете, тут еще вот чуть-чуть буквально на сантиметр пережмешь, и все. Чуть-чуть на сантиметр не дожмешь. Да какой сантиметр? На миллиметры? На полмиллиметра не дожмешь, сдохнешь. На...
Что это такое? А, вот сейчас я тупо вверх-вниз нажимал и слишком быстро. Оказалось. Конкретно заеб... О, заело. Бляха-муха, это было весело, а сейчас это уже нудно. Да бляха-муха. Вправо пошел, влево, оп. Вправо пошел. Немножко вправо. Хрясь вниз, влево, в центр, ушел. Нет. Вот сейчас вниз, влево, остановился, влево, опять ушел. И слишком вверх. Слишком сильно вверх. Ох. Как жаль, что вы меня сейчас не видите. С меня просто под ручьем, наверное, щеголяет. Ну как? Ну последние сраные 5 штук осталось до пройти. Три штуки! Теперь херову эту начальную не могу пройти. Еще раз вниз надо было нажать. Кто ж знал? Поспешил. Где? Дайте мне его голову. Как я там в Супер Митбое говорил? Бла. Фух, главное успокоиться, да? Сраные, 3 штуки оставалось. Но ёб твою, вот чуть-чуть сильнее нажал. Ну, вот опять-таки мышкой было бы куда удобнее. Мышкой можно? Нихера. Было бы сложно тоже, но удобно. Так я просто знаю. Я знаю, как размерить, да, свои движения этим сраным квадратом. Но мне не получается из-за того, что я тупо на клавиатуре играю. Так, пошел. Теряюсь жестко, теряюсь там вот после середины очень, очень сильно теряюсь. И сейчас мне тупо кажется, что если я
на везении не пройду как-нибудь, то все, мне никак не пройти ее. Те редкие случаи, когда я до нее дохожу, сразу пытаюсь прорваться вперед, несмотря на то, что я уже говорил, что надо бы попытаться остановиться и просто понять, как она двигается, чтобы не рваться вперед, не глядя. Но, к сожалению, все время я верю в себя. Вот сейчас вот просто случайно нажал вниз, и это мне стоило смерти. Вниз, оп. Вниз. Да еб твою мать. Вниз. Вниз, влево, вправо. Прошел. Ребят, я нажму на паузу, пойду перекурю, мне надо отдохнуть, а то я сейчас свернусь.